В этом году исполняется 100 лет со дня рождения государственного и общественного деятеля Утешхали Атамбаева. Юбилей отпраздновали на его родине, в Атырауской области. Свою карьеру начинал обычным рыболовом и уже после стал председателем Совета министров Казахской ССР. Биографию выдающегося соотечественника изучали наши корреспонденты. Утешхали Атамбаев родился в 1910 году в Гуреевском уезде Уральского района. В 15 лет начал трудиться на рыбном промысле. Получив образование, с 1925 года и до конца жизни проработал в сфере экономики. После того, как прошел все ступени карьерной лестницы, был направлен в Москву в качестве председателя Совета министров Казахской ССР. Все вопросы обсуждались в Москве, и поверьте, решать их было очень сложно. Есть министерство, есть государственная политика, вот перед ними и приходилось Атамбаеву отстаивать интересы своего народа, и это ему удавалось. Достижения Утешхали Атамбаева не остались без внимания сегодня. В Атырауской области его именем называют учебные заведения и улицы. Но главная благодарность – это памятник. Он установлен в селе Коктугай Махамбетского района, прямо у могилы Атамбаева. Более того, в историко-краеведческом музее работает специальная выставка. Молодежь познает биографию и трудовую деятельность Атамбаева. Все посредством этих документов. И уже после изучения ни у кого не возникает сомнений. Это был поистине достойный человек. Его спутница жизни Зура Губайдулаевна сегодня живет в российской столице. Все 16 лет после смерти Утешхали Атамбаева она садится на рейс Москва-Атырау, чтобы встретиться с соотечественниками и посетить могилу мужа. Он был очень внимательным, чутким, особенно чутким был ко всем, но особенно чутким был к своим землякам, которые приезжали с разными вопросами к нему, с разными нуждами. А некоторые приезжали просто навестить его и побеседовать с ним, и побыть с ним, хотя бы за чашкой чая. И он был всегда счастлив, когда он с ними общался, когда они приезжали. В преддверии 100-го юбилея Утешхали Дусенгалиулы в регионе прошли различные культурные и научные мероприятия. В школах и музеях организованы познавательные встречи, в университетах проведены научно-практические конференции. Гульзия Сейтова, Арман Алибек, Бекен Алирахым, Унирбек Жанабаев, Национальный телеканал «Казахстан», Атырауская область.